чем интересен Джалалабад? Он довольно близко от Кабула, но Кабул стоит в горах на высоте примерно 1800 метров. И зимой в нем очень холодно, очень. А Джалалабад стоит за горами, но внизу, и там зимой очень тепло. Вот улетаешь совершенно близко от Кабула до Джалалабада, а там совсем другая жизнь. Днем ветер, ночью снегопад, морозные рассветы, а мы летим в Джалалабад, Джалалалабад. Эвкалиптовых ветвях большие, как сороки, десятки желтогрудых птах устраивают склоки. Там берега реки Кунар травой покрыты сочной, и над водой молочный пар восточный дышит ночью. Там пальму пруд ее листы, как зеркала, сверкают, и звезды с чистой высоты по ним траву стекают. Там, как на елке в Новый год, пунцово-красным шаром бесценный безымянный плод красуется за даром. Там над ручьем стоит камыш три роста человечек, летучая ночная мышь порхает в нем беспечном. Там обезьяны из чащоб пугают визгом уток, там снайпера стреляют в лоб, что тоже кроме шуток. Там снайпера стреляют в лоб, что тоже